So in the spiritual field, there is one principle how we meditate. Don't keep any kind of images always. И в духовной сфере есть один из ключевых принципов, который мы используем. Ни один из образов, которые мы с вами практикуем, не нужно постоянно поддерживать, удерживать. For spiritual practice, always change, always change. В духовной практике всегда все изменяется. The last moment, that moment, it becomes suddenly eternal, no change. И в последний только момент все превращается в отсутствие изменений. It is not what we see, no change. It is internal feeling, a kind of consciousness. И это не то, что мы видим отсутствие изменений, но это определенное внутреннее чувство, состояние сознания. So when we visualize a red ball, right? And then you get red ball, and then this red ball can change into golden ball. И когда мы визуализируем красный шар, то через какое-то время красный шар может стать золотым. Which ball we need to visualize, red ball or golden ball? Какой же шар нам визуализировать, красный или золотой? It doesn't matter. А не важно. When we visualize red ball, we want to increase yang energy quickly. Когда мы визуализируем красный шар, мы хотим быстро увеличить количество янской энергии. When we visualize golden ball, yes, that is upgrade the level of the energy. А когда мы визуализируем золотой шар, это повышает уровень энергии. From the golden ball, it will change a flame. The flame was called internal medicine. It can help our brain. Золотой шар превратится в пламя. Пламя называется внутренним лекарством. Оно будет помогать нашему мозгу. So here again we use the term flame. И мы используем... Golden flame. Используем здесь термин «золотое пламя». But it is not flame. Но это же не пламя. How we understand this? One side, we are living and watching in this world, the material world. Another is from the meditation, what your visualization and what you feel is another. It's another world. It's not matter world. И как же мы понимаем, мы как будто находимся в двух мирах. С одной стороны, материальный, который нас окружает в повседневности, с другой стороны, в медитации мы видим и воспринимаем мир нематериальный. We try to understand invisible world with a visible matter world. Мы пытаемся понять мир невидимый посредством образов из видимого мира. From this point of view, nothing. You need to always keep it. И с этой точки зрения нам всегда нужно поддерживать образ ничто. Yeah, everything here we see, man, woman, children, old people, it doesn't matter what. Trees, flowers, nothing. This is not what we are looking for. И с этой точки зрения, все, что мы видим в этом мире, мужчины, женщины, старики, дети, деревья, цветы, все, что угодно, это ничто. Окчи, лайчи, трансцендентные чи, they exist. Ци тумана, ци света, трансцендентальная ци, они там существуют. If this ци already there, why we need to meditate? Если это ци так существует, для чего же нам медитировать? Yeah, this is there, but quantity we need in our body, in our organs, there are more ци. Да, она существует, но это вопрос количества. В нашем теле, в органах нам необходимо больше ци. When our young energy is stronger, 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 yeah, just like Lu Dantian,
Yeah, from red energy change into golden chi. That golden chi is also later that golden flame, that is light, golden light. И как наша ци в нижнем дантиане, она становится сильнее, красный шар постепенно становится золотым, потом становится пламенем, как золотым пламенем. Golden light. Yeah, when our level continue increase, the good not only in the low dantian, it can appears between your joint, even everywhere in your body. Вот этот золотой свет, когда его становится больше, он будет проявляться не только в нижнем дантиане, он может как бы светить через суставы и вообще проявляться через все тело. And also, this golden light, someday you, when you visualize your body, it can change into golden flame. И этот золотой свет однажды, сколько вы визуализируете тело, становится золотым пламенем. We'll get the golden flame around the body. Yeah, the color also can change, not only golden. And then, at that moment, your power appears. И когда этот золотой свет начинает окружать все тело, он может также превратиться и в золотое пламя. Причем цвет может поменяться и стать не только золотым, и в этот момент проявится ваша сила. And then at that moment, we can say your shape will change from dark shadow into a light figure. И в этот момент ваша шея из темной фигуры превратится в светящуюся. All these connect each other. Все это взаимосвязано. So when you really research the ZYQs, exercise, the practice, the levels, you will find they connect very close each other. И если вы внимательно поисследуете всю систему Джуньян Цигун, все упражнения, вы увидите, как они связаны друг с другом. But for each one, it can be different. Some people have original level from previous life, and then they can directly practice fourth level, even some exercise only. Но, конечно, у людей изначально ци может отличаться. Кто-то с собой принес высокий уровень и из прошлых жизней. И тогда такие люди могут практиковать четвертую ступень, и то лишь некоторые упражнения. Also, according to my experience, there are so many students, so many friends. Why some people practice very quickly to reach some phenomena? Why some practice many years, still no sadhana, no feeling? И также у меня очень много студентов, друзей. И почему же некоторые люди практикуют очень быстро, быстро достигают различных хороших феноменов, а кто-то практикует по много лет, но нет особо ни образов, ни каких-то ярких феноменов. We find, yeah, this connect the previous life. Мы видим, что это связано с прошлыми жизнями. Or exactly we can say this connect with yourself, the self. Или другими словами, это связано с вашим истинным «я». The self before is already surrounded by young energy, and then this come to this world, become a matter figure, and then this self with strong young energy. И изначально истинное «я» было окружено ей светлой, светящейся силой, потом оно пришло на эту планету, обрело тело материальное, и снова нам нужно, чтобы оно стало быть окружено ярко светящейся энергией. So practice this, your chi, your energy, your wisdom. It is not like money. You cannot bring them with you. This you always bring them with you. И что касается практики, ваша ци, энергия, мудрость, она отличается от денег. Деньги с собой не возьмешь, а энергию можно. So for self, for our own requirement, we always need to increase our abilities, increase our
power of self increase our wisdom. И для нас самих, для наших способностей, нужно все время наращивать свою силу, свою энергию, силу своего истинного я. One day, when you suddenly reach the pulse that you can experience, you come out from the physical body. И однажды, когда вы внезапно испытаете паузу, то обнаружите, что вы выходите из физического тела. For this, as we know, this process, especially for, at beginning, yeah, it's like you are going to die because no breathe, heart no beating. И этот процесс, особенно поначалу, похож на то, что вы вот-вот умрете, потому что нет дыхания, сердце не бьется. So at that moment, before you reach the pause, you have the feeling of fear. И перед тем, как вы достигнете паузы, у вас может возникнуть чувство страха. If in your life you always are afraid of death, at this moment your procedure can be interrupted. И если в жизни вы постоянно боитесь смерти, тогда этот процесс может прерваться. If in our life we have the idea, it's okay. So the body doesn't matter, die, not die, it doesn't matter. Ну, если в жизни у вас отношения, это нормально. Ну, это просто тело умрет, не так важно. Yeah, if there is no fear at that moment, you will reach that moment, that moment, suddenly the soul leaves the body. И если в этот момент страха нет, то произойдет то, что душа внезапно выйдет из тела. So here the principle is, yeah, body, you can imagine, body is not yours. И здесь в этот момент тело бесполезно. Even I not exist. Тело не существует, даже я не существую. When there is no I, no body, we have no fear, and then we can get the pause. Когда нет я, нет тела, нет страха, тогда можно достичь паузы.